Инвестиционная и трейдинг-платформа «Каталист» анонсировала распродажу токенов. Как сообщает в своем твиттере ведущая инвестиционная компания Digital Currency Group, DCG, разрабатываемый стартапом Enigma проект «Каталист» представляет собой платформу для алгоритмической торговли, инвестирования в криптоактивы. Благодаря платформе трейдеры смогут разрабатывать мощные торговые стратегии, а инвесторы, в свою очередь, выбирать более выгодные трейдинговые стратегии для вложения средств. Токен носит название ICAT, и его продажа стартует в середине августа. Точная дата пока неизвестна. Предложение ограничено 100 миллионами токенов ICAT.